Гуляевке, за окном дождик сегодня. Вот, а мы собираемся пить чай. Я в гостях. Это вот Вероника. Вероника. Здравствуйте. Привет. В ТикТоке у меня спрашивал кто-то, когда я Анатолия снимал. Там спросили там, кто его там, жена, кажется, или я точно уже не помню вопрос. Вот это, откуда он вообще взялся? Да, откуда он вообще взялся? Вот это его супруга, ее зовут Вероника. Вот. Ну вот посмотрим, что тут у нас готовится. Вероника, расскажи. Ну, это я, собственно говоря, тоже в гостях. И пока хозяева гуляют, я решила сделать для них бутерброды. Мы дружим, и вот сегодня такой интересный день. И бутерброды, они очень интересные, вкусные. Я решила вот сейчас Славу попоить чаем. И если интересно, что это за бутерброды, вот я их тут делаю. Сейчас уже могу рассказать, что они из себя представляют. Когда-то я их называла еврейскими. Но с тех пор, как я сюда переехала, ребята их называют праздничные, потому что они всегда на праздничном столе. Они вегетарианские, мы мясо не едим, поэтому никаких колбас нету. Это чисто бутерброды, состоящие из овощей, сыра. Ну и давайте вот посмотрим, как конечный продукт, вот, как они выглядят уже. Вот, так что вот сейчас Славочка их отпробует и скажет, насколько они вкусные. А так, вот, видишь, вот это хлебушек, который можно запечь в духовке или пожарить на сковородке. Намазываем чесноком, потом пропитываем майонезом, потом сверху жареный кабачок, потом у нас свежий помидорчик, сверху у нас хороший твердый сыр и украшено. И вот такая вот красота может стоять на столе и украшать стол.